Местом контрольного осмотра автобусов была выбрана конечная остановка нескольких маршрутов перевозчиков «Дом Трансавто» и «Мост Трансавто» около железнодорожной станции Расторгуево. В рамках профилактического мероприятия под условным названием «Автобус» сотрудники ГИБДД проверяют техническое состояние общественного транспорта, ведь самое главное – это безопасность пассажиров. Такая акция проходит раз в месяц. За один рейд проверяют до 40 автобусов. У водителей смотрят наличие всех необходимых для работы документов, а сами автобусы осматривают на предмет визуальных повреждений и технических неполадок. Водителей просят поочередно включить фары ближнего и дальнего света, сигналы поворота и заднего хода. Главная цель этих мероприятий – снижение аварийности на пассажирском транспорте, пресечение эксплуатации неисправных автобусов, автобусов с внесенными изменениями в конструкцию, а также проводятся дополнительные профилактические беседы с водителями. Но это уже отдельно, не как сегодня, это уже мы собираемся в предприятии, но у юридических лиц. Проводим беседы, разбираем нарушения типичные. Водители с пониманием относятся к профилактическим проверкам, ведь они чувствуют ответственность за жизни и безопасность пассажиров, которых они перевозят. Андрей Одинцов уже третий год работает на маршрутах в Видном, а вообще за свою жизнь водил и скорую помощь, и пожарные машины. Ни дрова, ни щебень, это как бы люди, уже ответственность больше, тут все, ну как бы так вот, старайся аккуратно, там без аварий, чтобы никто не въехал и самому никуда не въехать, то есть вот как-то так. Пассажиры отмечают, что передвигаться общественным транспортом в городе Видное им довольно комфортно, и особых нареканий с их стороны не возникает, но такие рейды госавтоинспекции обязательно нужны. Очень даже важно. Иначе как? Сколько ведь аварий бывает? Но в данный момент все нормально. То есть вы сейчас доехали, никаких проблем не возникло? Нет, проблем никаких. Я езжу, все горит, все работает. Вроде раз он тормозит и на нужных остановках останавливается. Но все же во время проверки у одного из автобусов была зафиксирована неисправность тормозной системы. После составления протокола он был снят с маршрута. Чтобы устранить проблему на предприятии, для автобуса вызвали эвакуатор. Теперь перевозчику и водителю будут грозить штрафные санкции. Дмитрий Книга, Александр Будников, Елена Кошелева, Видное ТВ.